этом году ожидается несколько больше по сравнению с прошлым годом количество клещей. Ну и, соответственно, если большее количество клещей, значит и большее количество зараженных клещей тоже. И большая возможность человека кнуться с инфицированным клещом. Эпидемиологи бьют тревогу. Один клещ может быть возбудителем не одной, а сразу нескольких болезней. Таких особей называют